Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня с вами тестик нового героя, новой имбы, барда. Мы сегодня его получим и посмотрим, потестируем, что он делает. На 10 уровне он восстанавливает, ну, в принципе, и на 14 тоже здоровье каждую секунду трем дружественным героям 460% от атаки. В принципе, я посидел и подумал, и вместе с сборкой, с ворожаем и с оккультистом это будет просто пипец. Ну, интересно будет на это посмотреть. Каждые 2 секунды призывает, на следующие 2 секунды призывает щит на каждого из них, который отражает 24% дамага, щит не может быть снят. Также резает 4 дружественных героев 100% жизни, кулдаун 5 секунд, и каждый герой Arms Race Battle Game, ну, то есть только в атакующем режиме, имеет иммунитет к стану, точнее к молчанке и бедствием, по-моему, если я не ошибаюсь. Каждые 6 секунд призывает на себя щит, который превращает дамаг в отхил на 4 секунды. То есть это просто тоже жесть будет. На максималке 2,6 секунды 32, 600, 3 героя таки осталось, 4 подымает. 6 секунд, 4 секунды. Жизни у него очень мало. Поехали, посмотрим. Интересно на него глянуть действие, ну и ждите, конечно, прокачки, и не забывайте, кто не подписан, подписываться, ставьте лайк. Такс, окей, получили мы его, получили, нам единственное сейчас надо будет слить какого-то Ронина, вот он, Рэмбард. Не хватает у нас, как-то странно, не странно. Так, окей, поехали, сольем какого-то Ронина. Ронины, сколько вас тут? Что с вами делать? Так, у меня каких-то 3 Ронина, надо угадать, где какой. Сейчас надо на них честы повыставлять. Так, это пустой. Значит, еще где-то один должен быть. Ну что, можно прогадать и слить не того. Первый. Так, в итоге у нас последний вот этот Ронин. Да. Именно он, мы его сливаем сейчас. Силушка так сразу упала, и ставим сюда новую имбу, которую будем качать. Ну, посмотрим, что он может. По идее, отхил довольно таки неплохо, правда, целей маловато, но думаю, мы с этим справимся и посмотрим, что он сможет показать нам в реальности. Так, мишань нафиг. Да, здравствует. О, ничего себе, сразу с Берсом выпал. Ну да ладно. Так. Поехали. Мы ему немножко качнем, чтобы он так не сливался. Посмотрим, автопрокер, не автопрокер. Что с ним делать? Как он бьет? Так будет нормально. Так, вот так вот он выглядит, но судя по всему, он у нас наземный. Да, то есть он бегает. Поехали, посмотрим, дальник он или нет. Все это немаловажно.
Мы будем разбираться, автопрокер или нет. Так, вот он бежит. Дальник. Это плюс. Это однозначно плюс. А, вот он накинул на себя щит. Но скорость набора энергии, как видите, средняя. Весь входящий урон превращается. Ну, в принципе, практически все время. Так, хорошо. С этим понятно. Давайте посложнее что-то возьмем, там, где больше будет целей. Эксперта, например. Вот пошло, вот идет. А вот смотрите, сразу же подхил пошел каждую секунду, то есть он накидывает на себя тоже щит и хилит себя. Ну, довольно-таки неплохой подхил, я вам скажу. Все-таки как-никак, но единственное, опять же, боится стана. Есть иммунитет к молчанке, это однозначно плюс. А, то есть надо будет на него огненку ставить, я думаю, как вариант сейчас на всех топовых героев. Огненка, СО и вперед. А, так, в общем, с этим разобрались. Поехали на следующее, будем пробовать с вами прокачать. Посмотреть, автопрокер он или нет. Семьдесят первый левел нам надо качнуть. Такс. Можно было и меньше. Пятую ремочку поставили. Поехали посмотрим, автопрокает он или нет. Да, автопрок у него есть. В принципе, это плюс тоже. То есть он будет сразу же включать подхил. Вот видно, сразу щит с отражалкой кидает, они получают минус обратно. Плюс получается, он кидает сам на себя свой щит и кидает, который отражает всю входящий урон, плюс дает по одной секунде от хила, но в принципе неплохо. То есть 2 секунды. Да, ну-ка посмотрим по кулдауну, мне интересно. У нас по кулдауну получается на 4 секунды. А какой? И 4 секунды фазанных салон. Это первый левел, ребята, у нас пока что. Кулдаун 5 секунд. Но по сути он делает героя неубиваемым. По сути, если так разобраться, получается восстанавливать здоровье трех дружественных героев
Протяжи каждую секунду. 4 секунды. Следующие 2 секунды призывает щит, который отражает. Не может быть снят также. Кулдаун 5 секунд. Это кулдаун ко всему, по-моему, относится. То есть 4 секунды от хила плюс баф. И плюс он на себя накидывает 4 секунды. Он неуязвим очень мало. Уязвим, точнее. То есть получается, по сути, оно где-то плюс-минус пересекается со временем. Ну, блин, что могу сказать? Даже такой вариант героя уже интересен. Хоть у него и мало жизни, как видите, он не особо танк. Но он автопрокер. Это плюс. Боится, конечно, стана. Имеет иммунитет. Но вот за счет вот этого отхила, за счет щита, я думаю, он будет очень полезен по локациях. Посмотрим, прокачаем его, посмотрим действие, что он может на прокачке. Но вот первое знакомство показывает то, что герой действительно интересен. Единственное, как и в большинстве героев, проблемы со станом, но это терпимо. Главное, что к молчанке он неуязвим. Плюс дальник, плюс автопрокер, это тоже немаловажно. То есть, если мы его высаживаем вдали, он у нас ремочный. Опа, он сразу включился. Вуаля. Вот такие вот дела, ребятушки. Пишите комменты, что вы думаете по поводу героя. Ждите его прокачки. Всем удачи. Всем пока.